Осенью прошлого года Елизавета Решетникова нашла беспородную собаку со щенками. Не смогла пройти мимо. Сначала с соседями подкармливали, затем решила спасти их и взять к себе вместе с мамой. Всего было 7 щенков, 5 удалось пристроить. А вот такие два красавца, это мальчики, да? Да, мальчики, остались. Они очень послушные, спокойные. Вот, обучаемые, знают несколько команд. Охранные качества хорошие. А возраст какой сейчас? У них 6,5 месяцев. Они родились 3 октября 2020 года. То есть, в принципе, они улицы не видели как таковой? Нет. Елизавета пенсионер. Содержать собак уже нет возможности. Просит о помощи. Ищет новых хозяев двум этим щенкам. По характеру подвижные, темпераментные, хорошо поддаются обучению. И самое главное, щенки привыкли к квартирному содержанию и в туалет просятся на улицу. Елизавета просит отозваться добрых людей и забрать у нее этих красивых собак. Звоните по телефону 8 927 686 0790.